самый сильный школьник на планете Земля. В 18 лет весит 150 килограмм, поднимает 400. Я за неделю общий тоннаж 400 приседаю. Слышишь, как рота кричит, ура, на лице не дрожит ни один мускул. Бесные дни, как русский ньюскул, борю о принципах, а не о вкусах. Дамы и господа! Я не знаю, под каким заголовком выйдет это видео. Либо самый сильный школьник на планете Земля. И это будет факт. В 18 лет весит 150 килограмм. Или поднимает 400. Необычнейший персонаж. Просто в нашем шоу на раз, господа. Илья Чурчков! Всем привет. Похож на школьника? Да. Похож? Школьник. Какой рост вес? В данный момент вес 132, рост 1,84 м. Ты понимаешь? Малан ростом примерно 1,83 м, если не ошибаюсь. 134 примерно золотые килограммы Малана, его веса. Небольшая фора есть в 20 где-то 5 лет, даже может быть больше. 18 лет, ребята. Самый большой присед 400? 400. 400 килограмм, жим. 285 экипировки. 285 вот на слойной экипировке. И 300? 7. И 307 тяга. Тяга становая. Йо. Корный Бабай, какой же самый сильный школьник? Сколько же он пожмет без майки? Сколько же он поднимет на бицепс? Все это мы сегодня выясним с вами, ребята. Реально, это очень интересное видео. Но представляете, вот вы сейчас, есть среди вас кто 18? Вот отпишитесь внизу в комментариях. Вот вам 18 лет, отпишитесь. Сколько вы весите, сколько вы поднимаете? Без фармакологии. Естественно. Это человек выступал в федерации ФПР на чемпионате мира среди юношей. Естественно, под строжайший допинг-контроль. Там не то, что фармакология, там нельзя даже мельдония нюхать. Мерил ее? Сколько? Нога шугого. Была 87-88. А у тебя на пике сколько было максимум? В 2016 году, когда я выступал, у меня была 88, с оценкой мерили. А что я пищу-то, братан? У меня была 100 сантиметров нога. С 17 до 19 лет, нет, вру, с 17 до 18 лет у меня была 100 сантиметров нога. У меня была вот такая срака. Вы не думаете, что это был Аполлон, который так вот ногу заголил, напряг, у него здесь вены? Это просто было... Водянисто-жирово-мясовое такое, блядь, большое создание, такое, знаешь, крепкий малыш. Вот, ну срака была, что пипец, ребят. Ну просто там такая жопа была, блядь. Вставочка от эксперта, господа. Парень, 17 лет уже приседал 400 килограмм. 18 лет стал абсолютным чемпионом мира среди юношей. Как вы думаете, возможен ли такой прогресс и такой результат без профессионального взгляда тренера? Я вам отвечу. Нет. Но где же вам, дорогие мои, взять такого крутого специалиста? Ответ очень прост. Приложение «Профи». Там вы можете найти специалиста в любой сфере. Огромное количество выбора специалистов. Там есть даже олимпийские чемпионы, ребят. То есть вы можете найти себе специалиста в любой сфере. А если вы сами являетесь специалистом, тренером, или вы профессионал в каком-либо другом деле, бухгалтерский учет, ремонт, что угодно, то для вас есть замечательное приложение «Профи для профи». Вы можете, я считаю, и должны зарабатывать больше за свою компетентность. Приложение «Профи» для специалистов, в котором вам удобно и быстро находить для себя клиентов. Делается это очень просто. Заходите в приложение, регистрируйтесь. Занимает это буквально 5 минут. Дальше вы устанавливаете свои правила, по которым можно подбирать себе клиентов. Вы берете только те заказы, которые вам подходят. Стоимость работы также определяете вы. Если вы специалист и вас нету на «Профи», то сотни потенциальных клиентов могут вас просто не отыскать. А вы не сможете заработать больше, хотя даже ехать никуда не нужно. Заказы вы можете брать рядом с домом или с основным местом работы. Мне кажется, что это очень плохо, что хороший тренер или эксперт пустит потенциального чемпиона просто потому, что он не сможет его найти. Регистрируйтесь прямо сейчас и зарабатывайте на том, что умеете. Ссылка в описании. Я думаю, две мои ноги – это вот. Я цифры услышал вообще, не хочу даже. Слышал? 400? Да, без фармакологии. Я за неделю общий тоннаж 400 приседаю. 400 в 17 лет приседал. Я его взялся тренировать. Опять же, ситуация вышла вообще просто дурацкая, как обычно. На чемпионате мира Илюха, выступая, закусился с тренером. В общем, случилась неприятная ситуация. Я его до этого еще звал. Наверное, полгода назад, если ты помнишь, я тебя скидывал. Приезжай, шоу на раз, такие силовые в таком возрасте. Покажем, людям страна должна знать своих героев, богатырей. Там, не все там, товарищ Андрей Андреевич у нас снимает там все на Украину, ездит. У нас тоже свои есть, ни хера себе, богатыри. По итогу тренер его вообще просто выгнал из зала, запретил ему тренироваться. Когда Илья решил, что поедет к нам на проект «Прожим»,
То есть он еще ни в какой федерации не выступал. Он просто поехал в реалити-шоу, которое посвящено жиму. Здесь никак оно ни в коем случае там никак не связано там с федерацией. Да, они все потом выступают, но он еще не занимался. Тренер просто его нахрен выгнал из зала, говорит, типа, блядь, все, не приходи сюда. Дверь закрыл, замки поменял, типа, даже можешь сюда не приходить, не тренируйся больше. Вот так вот у нас тренируют. Потом удивляются, где наши спортсмены, где наши богатырушки. Из-за чего закусились там на чемпионате? Из-за плохого приседа. А конкретнее? Из-за того, что я не справился с двумя подходами. Приседания их начинали с рекорда мира. Приседал тяжело, пошли вторым. 390, и с 390 килограммами я не справился в двух подходах, хотя на первенстве России приседал 400 килограмм. В планах было за 400 приседать. С великой гордостью смею заявить, господа, что у нас вышел курс гайд «Жим 100 килограмм». Ваш путь к первой соточке, к самой первой заветной соточке. Вы все знаете, что это как сходить в армию, господа. Кто не жмет сотку, тот, считай, не мужик. Ну, простите, вот так вот. Вот так вот она, суровая жизнь. Каждый раз, когда там, знаете, мужики сидят, там, спрашивают, сколько жмешь, что там, а сколько на битку поднимаешь? Жим всему голова. Товарищ Рейс, можно у вас секундочку? Вы бы стали вообще общаться с человеком, который жмет меньше 100 килограмм? Ну, общаться-то с ним можно. Ну, просто вот даже как, только, ну, как с другом, да, типа, френдзона, типа, френд-зона. Да, там, максимум. И это все, сразу, это максимум? Это только френдзона. Если не хотите быть в френдзоне, если хотите быть успешным, уверенным, миллиардером, тогда вам нужен гайд 100 килограмм. Ну, без шуток, ладно, если давайте без вот этой вот воды, которую там я говорю сейчас этим голосом. 100 страниц текста, ребята, это практически книга. Вам для понимания, на меня со Штатов выходили, предлагали мне написать книгу, которую там продавать. Я это все уместил в гайд, потому что книга стоила бы баснословных денег. Я это все уместил в гайд, в этом же зале снимали более 50 видео о том, как вам правильно тренироваться. 100 страниц текста и гайд с тренировками, который позволит вам позвать вас в первую заветную соточку. Мой продукт, за который ручаюсь, у нас есть онлайн-поддержка. Пробуйте, дизайте, тренируйтесь, господа. С каких лет ты заниматься начал? 17 лет. 15 лет у тебя сколько был жим максимум? 240 по тренировке. Я еле отжимал руку, короче, я ложился на спину и еле отжимал руку одну, воздух выталкивал. Первую сотку я присел 12 лет, в 13 лет я приседал уже 200 килограмм, в 14, соответственно, приседал уже 300, и в 15 я присел рекорд Европы 328 килограмм. Как думаешь, сколько пожидаешь сегодня? Думаю, килограмм 170 точно должен быть. А дальше посмотрим. 270? 170. Мы сейчас проверим, то есть тяга в экипировке, это все ерунда там. Это, ну, 300 свое он всегда потянет. Сейчас посмотрю, сколько жим. Интересно, сколько у него в классике присед. И сколько ему нужно до безэкипировочной тонны. От этого спляшем, мне интересно. Будет там, например, надо будет 200 килограмм добавить в сумме за год. Вот у нас будет там к следующему чемпионату мира цель собрать тонну в классике. Так как Илюха у нас оказался немножко не у дел, вы знаете, у нас запущена программа, по которой 10% всех средств с гайда идут на помощь спортсменам. Я думаю, вы все согласитесь, что нужно парня поддержать. Поэтому мы ему передадим одну жимовую скамью жим-присед, там, где есть возможность сделать трансформер. Там не хватает 6 блинов, да, по 25-ок, чтобы было достаточно веса. Возьмем, купим 6 блинов 25-ок и народим гриф. Пока что у нас нету весов там ближе к 400. У нас есть гриф как раз нашего производства, моего друга Степана. Он где-то держит 400-450. Замутим гриф. Ну, чтобы у человека было все свое, ну, потому что это пиздец. Вот. Кто у нас там на очереди? Герман Иванович у нас на очереди. Очень много ребятишек залов пишет, которым нужна помощь. Будем помогать. Как я и говорил, 10 лавочек уже закуплено, они в производстве. На следующей неделе мне 5 лавочек отгружают. Это помимо того, что приходят деньги с гайда. Это меценаты. Также еще плюс то, что с гайда приносит, это уже мы будем, не знаю, вместе с вами решать. Еще раз момент, ребят. Мы помогаем тем, кому действительно нужно. Мы помогаем адресно. Мы не благотворительная компания, которая, знаете, там, как пишут там, ой, здравствуйте, я там студент с Москвы, у нас плохой зал. Ребят, зайдите в любой другой зал, здесь дешевые есть абонементы. Мы хотим помогать тем людям, у которых просто нет возможности тренироваться. Не скидывает человек, блядь, подвальный жим, подвальный зал, просто каких я начинал. Просто там ни хрена нету, все своими руками. Вот этому залу нужна помощь. У вас если плохое оборудование, оно хотя бы есть, ну, поймите совесть. Я думаю, что так будет честнее. Москва сытая, Питер сытый, большие города сытые. Давайте помогать действительно глубинке. Все мы оттуда родом. Скажу. Запас есть, больше не пойдем. 175 пожмет, с отбивом 180 пожмет. Больше мне не надо.
Я знаю теперь, что брать за 100%, потому что есть большая разница, когда тренируешь ты атлета, натурального атлета, или атлет, который идет с витаминчиками. Это большая разница. Совсем другие объемы, совсем другая процентовка. Теперь мы знаем, 170. Ровно через год, к чемпионату мира следующего, ты должен этот вес сжать на 10. Минимум. Минимум. И ты будешь сжать его. Как у тебя с подтягиванием? Плохо все. Вот опять же, задача на следующий год 10 подтягиваний. Вот все запомните. Что я сейчас сказал? 170 на 10 и 10 подтягиваний. А с бицепсом у тебя как? Я бицепс не качал никогда. Когда жал. Не качали, не тренировали? То есть ты сейчас только со мной начал делать бицепс? Прикинь. Вот он просто начнет качать бицепс, просто, у него начнет расти жим. И плечи не качал. Кстати, у нас работа не початый край. Третьи съемки сзади. Как такое можно вывести? С гориллой можно вывести и не такое. А я монтировал и не спал всю ночь. А потенциал прям большой в нем видишь, да? Вот единственная проблема в нем самом. Вот просто в нем самом. Будет тренироваться, будет слушать от и до. Я гарантирую, блядь, на 1000000%, что будет номер один в мире. Вот гарантия. Самое большое – это испытание славы. Вот как только он, простите за выражение, охуеет, тогда и начнутся проблемы. То есть твоя задача, братан, не охуеть. Привет, мой юный извращенец. Хочешь увидеть голую рысь? Да, хочу. Залетай ко мне в телеграм-канал. Слышишь, как рота кричит, ура, на лице не дрожит ни один мускул. Без этих, как русский нюскул, говорю о принципах, а не о вкус. Запоминай, через год сотка на 10 раз. Сейчас ты 80 на раз, сотка на 10 раз. Вы просто попомните мои слова. 170 на 10 жим, сотка на 10 раз, 10 подтягиваний. Узким хватом, широким не будем, потому что плечи ушатает. Узким, чисто на толщину спины. Тяжем нельзя подтягиваться. Узеньким можно. Слегка согнутые будут локти, потому что на полную нельзя так делать. Пацаны скажут, не все равно. Херово. Да, наши братюни, вы что, обожаем вас. Подытожим. 170 жим, 0 подтягиваний. Профессионал, не хочет травмироваться. 80 килограмм бицепс. Сравнивать с кем-то бессмысленно. Через год перепроверим. Как сказать, как домашнее задание, да? ДЗ оформил, короче, сейчас. С вами было шоу «На раз», давненько мы его не снимали. Будьте добрее, вот что я хочу вам сказать. Будьте добрее, топите за спорт. Всего хорошего, здоровья, силушки. И будьте добрее, на самом деле, будьте добрее. Всем спасибо.